в конце сначала. Особо тяжело с этим заплачивать. А о чем говорили в последнем тайм-ауте? На ком фалить, если получишь большое, разбирали такие варианты? Ну да, конечно, было фалить, как вот, но на большом регенерал плохо бросает. Так, то есть в самой концовке в четвертой четверти, когда плюс два видели, все равно фалить. А, нет, ничего не говорили. Ну, а что касается второго овертайма, последний бросок, который совершал, ну, это было то, что хотел тренер, примерно разыграли так? Ну, да, разыграли прямо вместе. Рот из гостей, когда вместе летел, что я так, либо на меня, либо на третьего, то это было тоже опасно. Содержание это лучшая игра, на твой взгляд, из всех показанных здесь? Да, если нет, лучше, что все, проиграли, что еще можно. Только все отрицать. Ну, а глобальные цели, о которой там говорит и тренер, и руководство федерации, что мы строим команду, которая будет двигаться к Рио. Есть в этом плане какие-то подвижки позитивные в Словении? Что-то строится? Сейчас трудно сказать. Все проигрываем. Только отрицательный опыт, тоже опыт. Только так, а так я пока ничего не вижу сейчас. Сереж, а что случилось со штрафными? Вот, наверное, на них была проиграна игра. Ну, я бы сказал, что штрафные. В конце сами мяч выкинули. Вели там 3 очка, мяч фаул прямо. И в конце свалили. Обязательно свалили. Концовки большие. В основном времени, да? Сереж, в основном времени столько раз один раз. Game style, you know, we are always starting after the game.